شخصه محموده بشه اكسي فشار شدوك بلوس تايل بشيخنو نادي يكو يتنا رودينا اوكا تكو يما موتسو زا بزوينس ترافلوز Экскурсия у нас очень интересна из трех остановок. Первая остановка, это мы через 5-10 минут спустимся вниз. На втором этаже два салона и иллюминаторы, где мы будем смотреть. Сначала мы смотрим на корабль и на рыбки, а потом дальше мы пойдем, чтобы смотреть или искать корову и черепахи. Побачили, посмотрели, видели, не видели, уже поднимемся наверх. И потом у нас вторая остановка в этом же порту, в порту массовый парок, где питается корова, где питаются черепахи. Мы здесь и будем, стартуется яхта, и мы двигаемся на три группы. С инструкторами буду купаться, надеюсь, у всех уже есть свои маски и ласки. И тогда с инструкторами. Кому нужен инженер, пожалуйста, ради бога, это также входит в, и вам дают. Потом мы разделяемся на три группы. Первая группа – это хорошие плавающие, те, которые хорошо и долго плавают. Почему? Потому что они будут плавать вдоль корабля, и потом туда дальше искать ламантин и черепахи. Они сначала ищут, потом найдут, ребята, черепаха здесь и ламантин здесь, а тогда мы спокойно уже до них, и тогда вниз другом отбросим стрелка. Значит, это первая группа. Вторая группа тоже более-менее. Каждая группа будет с инструктором. Вот у нас инструктор Зику, Закария, и Бибу, и еще Мухаммед. Так что у нас 5 инструкторов, ноги Абдулла. Корали есть, и рыбки есть, так что мы стараемся всегда, чтобы каждый получил того, что он хотел, того, что он хочет, чтобы всем остались довольными. Мы плавали второй раз уже, вернемся на яхте, плывем еще в возле третий коралловый заповедник, называется Шона, там реально очень красивый подводный мир, там дайверзы с аквалангами, они именно там погружаются, а мы вас туда сегодня также будем кушать. Уже всех приняли заказы, кто будет морепродуктами, кто будет обычно кушать, рыбкой и так далее, вам тогда в центр принесут сразу. Входит еще в стоимость экскурсии. Кола, фанта, спрайт и вода. Это то, что входит для вас в стоимость экскурсии. Остальную за дополнительную, если у них здесь мороженое, если у них здесь свежего жатого сока, турецкий кофе, эспрессо, американский кофе, чай, это за дополнительную. То, что входит только в прохладительный, кола, фанта, спрайт и вода. Прямо подходит к официанту попросить. Остальную за дополнительную. Еще с нами сегодня на яхте два камерамена, наши профессиональные фотографы, которые нас фотографируют. Прямо на яхте сейчас и близко.